Сьогодні окремо хочу звернутися до співвітчизників з Донеччини та Луганщини. Дорогі наші браті і сестри, сограждане, многие из вас уже успели ощутить на себе прелести правления террористов. Они, помимо мародерства и издевательства над мирными гражданами, привели и без того кризисную экономику региона на грань полной катастрофы. Но мы ни при каких обстоятельствах не оставим вас в беде. Потому что у нас работа будет, у них немає. У нас пенсии будут, у них немає. Этот миф посеян и взращен российской пропагандой и кланом Януковича, который предал Донбасс. И именно он несет полную ответственность и за безработицу, и за бедность, и за беженцев, и за убитых граждан, и за слезы матерей. У нас дети пойдут до школы, до дитячих садков, у них они будут сидеть в подвалах. С чем я, как президент, приеду к вам в самое ближайшее время? С миром. И так... И саме так ми виграємо цю війну. Дядя Петя, ти дурак? Почему? Ты либо отошел с нас и не отступил, либо пошел в партизаны, либо застрелил. Мирно все. Света! Светочка! Я за внучку и за жену буду мстить. You're only garbage, you're the system's lame. You don't believe me, just gonna make your way. So taste the flavor of the blood you lose. This is the fight club and we welcome you. There are some rules that you should know about. Какая твоя земля, бандеры не наделаны? Какая твоя земля? Я здесь вырос и заработал. Ты оттуда взялся, ты... Я не родился на Украине, я родился в Донбассе. Ты на моей земле, тварь! Кто это стрелял? Я вот, сука, сегодня с лица земли собью. You tell them everything was completely right. Then from the basement to the highest heights. The time has come for us to turn the bad. So we can make them self and sell it back. There's only one solution I can see. Евросоюз поддержали государственный переворот на Украине. You're moving closer to Russia, and you're blaming the Russians for being close to NATO. Когда инфраструктура военного блока подвигается к нашим границам, то это вызывает у нас определенные опасения и вопросы. Мы должны предпринимать какие-то ответные шаги. Наше решение по Крыму в том числе было связано отчасти и с этим. Даже наше предложение подписать какую-то ничтожную бумажку, где бы было написано, что это не против нас. Наши американские партнеры отказываются даже от этой малости. Они не унизить нас хотят, они хотят нас подчинить.
никогда ни у кого это в истории в отношении России не получалось и ни у кого не получится. And we gave him the Nobel Prize for Peace. We gave him everything. And the nigga failed.